Человек, который двигается на пути зарабатывания, он должен понимать, что для того, чтобы зарабатывать деньги, должно присутствовать два невероятных качества. Одно из этих качеств звучит так. Неинтеллигентный человек, неинтеллигентному человеку очень сложно заработать. Но интеллигентный человек может проявить свою интеллигентность рядом только с теми людьми, кто интеллигентен. Поэтому, когда вы будете проявлять свою интеллигентность рядом с пьющими людьми, которые бьют друг другу бутылками по головам, то тогда это не проявит вашу интеллигентность никак. Поэтому нужно смотреть над своим окружением. Почему? Обычно окружение очень топит интеллигентных людей. Второе, интеллигентность важна. Второе, что такое быть интеллигентным? Интеллигентные люди – это те люди, для которых важен эстетизм. Что такое быть эстетичным? Сидя за столом дома, эстетично можно кушать, положить вилку, нож, можно поставить красиво салат, посадить детей, после этого научить детей, чтобы они не вскакивали со стола, а говорили: «Можно я встану из-за стола? Спасибо, мама, передай, пожалуйста, это». Или там: «Папа, дай мне, пожалуйста, вот это». Почему? Потому что это интеллигентная жизнь. Посмотрите, как живут короли, высшие сословия. Они же все отличаются невероятной интеллигентностью. А вы знаете, что вот эти интеллигентные манеры, которые есть при дворе у королей, они делают все для того, чтобы как можно дольше оставаться королями. Говорят, настолько большое количество нравов у этого королевского царского общества. Правильно, но... Почему у них такое большое количество нравов? Потому что они царствуют много, уже сотен лет. Поэтому они и царствуют, потому что если бы они начали есть сардельки, и один другому говорит: да пошла ты, старая, там, кто там, непонятно, то на этом бы их царская власть закончилась бы, понимаете? Именно с этого момента все начинается. Я очень давно это заметил, что когда приезжаешь в Италию, в Испанию, куда-нибудь там в Австрию, то очень отличаются люди. И чем интеллигентнее человек, тем он богаче. Как бы это ни гадко звучало. У меня была даже девочка знакомая, она очень красивая, вышла замуж за очень знаменитого человека из королевской семьи. И после этого он с ней не смог жить. Почему? Потому что она из Луганской области, понимаете, и очень такая резкая, может быть, где-то неинтеллигентная, знаете, нет манер никаких, она не эстет совершенно. Он с ней не захотел жить, представляете? Почему? Она его начала раздражать, и в дальнейшем между ними жизнь не создалась. Почему? Отсутствие манер. Ее не научил никто манерам. Вы представляете, на этом все между ними закончилось. Второй, наверное, элемент, как избавиться от долгов или как начать зарабатывать, почему это происходит, это наличие знаний. Я считаю, что знания, они не могут быть просто полученными знаниями. Любые знания, они равняются выводам, которые делает человек. Чем больше в жизни человек делает выводов от знаний, которые он получает, тем он становится богатым, богаче. Поэтому, когда я живу, я очень часто произношу себе: из этого следует вывод. Даже когда читаю книгу, то всегда читаю несколько абзацев, останавливаюсь и произношу себе: из этого следует вывод. Тот человек, кто написал этот текст, полностью не умеет это делать. Почему? После этого я рассуждаю, говорю: он это не умеет делать, потому что он говорит об этом, а на самом деле я считаю, что это могло бы быть так. И после этого, развивая эту мысль, объясняю себе: из этого следует вывод, что ты тоже не прав. Почему? Потому что достоверно. Ну и начинается у меня вот такое вот философское обозрение больших количества выводов, которые есть. Вы знаете, очень полезная школа, когда человек делает какие-либо выводы. Почему? Если вы не произнесете себе или не проведете такую синкопу, не скажете: из этого следует вывод, то, скорее всего, этот вывод не появится, и вы его не запомните. Таким образом, очень часто люди делают так. Они говорят: ну, я так много всего знаю. Ты делал очень много выводов. Нет, я вывод сделал только один. Ну, тогда ты немного всего знаешь. Человек говорит: я знаю. Когда человек говорит «я знаю», то он должен был предварительно сделать несколько миллиардов выводов. И эти выводы, они должны бы быть там многократно, миллион раз подтверждены, понимаете, или миллиард раз подтверждены, многократно разными людьми под разной призмой углов этой жизни.